Правительство страны продлило упрощенный порядок маркировки лекарств еще на 7 месяцев. Всему виной эпидемиологическая ситуация и повышенный спрос на медикаменты. Сейчас, чтобы новая партия поступила в продажу, аптеки и поставщики не обязаны дожидаться от производителей документов, подтверждающих подлинность. Сведения автоматически фиксируются самой государственной системой маркировки. Это позволит избежать задержек в поставках и, соответственно, дефицита на аптечных полках востребованных и жизненно необходимых лекарств. По такой схеме работа продлится до 1 февраля 2022 года. При этом с 1 июля упрощенный порядок больше не распространяется на медикаменты, которые ввозятся в Россию из-за рубежа.